Что есть просто гейм? Просто гейм – это генератор возможностей. То есть мы стартап, мы самый мощный стартап. Я хочу, чтобы вы это поняли. То, что вы сейчас находитесь на моменте старта, то есть вы можете стать частью чего-то большего. То есть у компании огромный потенциал сейчас. Что такое кризис? Да? Кризис – это когда с китайского, да, переводится «возможности». Да? То есть и сейчас для нас самая уникальная возможность. Я даже представить себе не мог, насколько для нас сейчас просто все как надо. Сейчас, когда в мире все стоит, когда стагнация происходит в мире из-за коронавируса, да, то есть все сферы бизнеса страдают, рабочие будут увольняться, потому что бизнес будет, да, убытки, да, то есть у бизнеса, у традиционного будут убытки, соответственно, чтобы сокращать убытки, нужно что, увольнять, там, сокращать персонал. У традиционного бизнеса, само собой, будут проблемы из-за нехватки клиентов, инвестора испытывают трудности, потому что непонятно, что с рынком происходит. В общем, везде просадки, везде проблемы, и если мы говорим про сетевую сферу, сетевая сфера будет жить и процветать сейчас в это время, потому что люди никуда ездить отдыхать не будут, сидеть дома, им нужно чем-то заниматься, они будут искать какие-то дополнительные возможности заработка, и, соответственно, всем нужны деньги, а мы как раз-таки про деньги. Понятно, что в сетевом бизнесе есть разные продукты там, да, то есть и большинство сетевых компаний, 80% сетевых компаний сейчас будут испытывать просто огромнейший факап, они просто будут закрываться одна за одной, а мы же, наоборот, будем процветать, потому что в нашей компании продуктом являются знания. И каждый из вас должен понимать, чем больше извилин в голове, тем больше денег в кошельке. Соответственно, мы инновационная компания, которая сейчас только стартовала. 2 февраля мы сделали официальный запуск. Соответственно, вы все попадаете в 1% людей, от которых все начинается. Я могу вас всех поздравить. Все, что нужно, принять правильное решение, да, сегодня на презентации. И самое главное, разобраться. Я очень хочу, чтобы каждый из вас выбрал правильный путь. Не скептика, человека, который ни во что не верю, сомневаюсь во всем, да, то есть вот это вот путь скептиков – это путь слабых людей, потому что они не хотят ни в чем разбираться, им проще сказать, что что-то не работает, да, то есть найти 1000 причин, чтобы не начать, нежели разобраться. Нужно выбрать путь экспериментатора, людей, которые экспериментируют, ищут себя и хотят найти себя. И рано или поздно вы обязательно найдете себя. Вы войдете в одну дверь, в другую дверь, в третью дверь и обязательно найдете то, чем вы хотите заниматься. Так вот, просто гейм – это генератор возможностей. Мы хотим, чтобы наша компания давала людям возможность зарабатывать в белую, в чистую, да, то есть не обманывая никого. Знаете, то есть вот это никакой легенды там с криптовалютами, там с какими-то там опционными компаниями, там ICO, монетами, короче, вся эта чепуха. В чистую, в белую никого не обманывая. Своими знаниями, своими навыками. Бесплатный сыр только в мышеловке, друзья мои. Поэтому каждый из вас должен понимать, что вы должны приобрести новые навыки, стать кем-то для того, чтобы зарабатывать в интернете хорошие деньги. Стать экспертом, стать профессионалом в той или иной области. Так вот, просто гейм, прежде всего, это возможность зарабатывать на партнерских программах. Каждая компания дает хорошие партнерские программы. И, соответственно, привлекая клиентов в тот или иной бизнес в интернете, вы можете получать партнерские вознаграждения. И просто гейм сама по себе является партнерской программой, то есть где вы, соответственно, приглашаете партнеров и зарабатываете хорошие деньги. Здесь не нужно бояться ничего, мы каждый день что-то рекомендуем, понимаете? Мы сходили в кино, вот я сходил в кино, допустим, «Последний вдох» как-то или так называется. В общем, сходите, офигенный фильм. Вот я вот прямо на 300 человек с лишним говорю, сходите, офигенный фильм. Мне компания, кинотеатры заплатят, думаете за это? Нет, но фильм вот такой вот советую всем, понимаете? Я пиццу заказал вкусную, мне понравилось, я с друзьями поделился, сказал, вот там вкусная пиццерия. Еще что-то, понимаете? То есть мы всегда чем-то делимся, но не всегда бизнес нам за это платит. А интернет-бизнес всегда платит за приведенного клиента. Поэтому нужно относиться к этому нормально, когда везде есть партнерские программы, и многие люди, конечно же, любят халяву. Соответственно, вот это нужно понимать. Что еще? Мы хотим создать платформу, и мы идем к этому уже, чтобы обучать людей разным профессиям, интернет-профессиям. Сейчас огромное количество профессий, которые востребованы, для которых не нужно учиться 5 лет в институте, не нужно платить огромные деньги, где нужно просто
узкий профиль, профессионализм и набить руку, и все. И вы сможете на фрилансе зарабатывать хорошие деньги. 1000, 2, 3 тысячи в день спокойно сможете на фрилансе зарабатывать. То есть поэтому, если вы мама в декрете, студент, либо человек, который устал просто от своей работы, или предприниматель, который ищет крутую компанию, вы в нужном месте, в нужное время, с нужными людьми. Вот как бы это банально сейчас не звучало, но действительно так, друзья мои. Мы самый мощный стартап, мы не ходим, не бегаем за чужими трендами, мы не ищем тренды в интернете, мы сами создаем прямо сейчас этот тренд. И я благодарю всех и каждого, кто с нами сейчас в этой компании. И поставьте, пожалуйста, десяточки, кто с нами сейчас развивается, кто с нами сейчас начал этот путь. Я вас всех искренне поздравляю и спасибо вам огромное за то, что вы верите в нас, потому что ну, мы вас не подведем. Соответственно, друзья мои, спасибо, у вас огромное количество. Вот, поэтому, друзья мои, сейчас я вам наглядно покажу, что такое, как это выглядит внутри, в личном кабинете. Соответственно, и дальше мы с вами уже продолжим, я вам расскажу, покажу дальше что. В общем, смотрите, сейчас я покажу вам экран, у вас должен быть виден мой экран. Так, напишите, пожалуйста, в чат, все ли видно. Там кто с телефона, всего скорее где-то ниже чуть-чуть нужно промотать, и у вас будет видно. Сейчас я с телефона тоже зайду, чтобы видно было. Да. Презентация у вас снизу должна быть, все хорошо должно быть с телефона, видно быть так вот. Итак, прежде всего, чтобы зарабатывать хорошие деньги в ProstoGame, достаточно иметь просто телефон. Это свободный бизнес свободных людей, достаточно иметь просто телефон и зарабатывать с любой точки мира. Следующий момент. Смотрите, стоимость входа в игру стоит $12.5. По текущему курсу это там порядка там, 900 рублей. Это цена, ну что такое 900 рублей? То есть, чтобы вы понимали, мы сейчас ездили в магазин там за продуктами, мы купили продуктов там на 2-3 дня, там отдали 9 тысяч рублей. Ну вот понимаете, то есть я не... Или там на рынок поехали за фруктами, отдали там 6 тысяч рублей, понимаете? Что такое 900 рублей в наших реалиях? То есть при том, что люди с 900 рублей... За февраль месяц у нас было порядка, наверное, 4 или 5 миллионеров. То есть, понимаете, то есть, вот это сейчас как бы звучит, знаете, как бы с точки, ну, по-идиотски из моих уст, то есть человек вложил типа 900 рублей, заработал миллион, но это так и есть, понимаете. И вы увидите, что это правда, и я готов как бы ответить за свои слова, обосновать это все. Но мы сейчас не говорим про миллионы, мы говорим про то, что каждый из вас там, имея 900 свободных рублей, да, который готов вложить их в себя, в свои новые знания и навыки, соответственно, он может получить гораздо больше. То есть за маленькую цену получить огромную ценность. Это нужно понимать. То есть 900 рублей – цена 3 чашек кофе. Там, да, если пойдем в Starbucks, то это всего 2 чашки кофе по факту. А что мы получаем? То есть смотрите, раздел обучения. То есть единоразово. То есть один раз заплатил партнерский вход и все. То есть ничего платить больше по факту не нужно. То есть ты получаешь доступ на платформу ProstoGame, где по факту у нас постоянно обновляются курсы, постоянно обновляются сервисы и обучение. Что у нас есть? У нас есть обучение вот такое вот для тех, кто любит читать, и для людей с ограниченными возможностями. Это для тех людей, у кого проблемы как раз-таки с восприятием аудио там, да, и так далее. То есть, соответственно, для тех людей, кто может только читать. Соответственно, такое обучение по разным темам, абсолютно разные, там, цели планирования, нетворкинг, как работает умная лента, то есть это все больше связано с Инстаграмом, с личным брендом, прокачкой и так далее. Соответственно, мы сейчас добавляем активно видео обучение, то есть Stories Maker, то есть мы обучаем профессиям. Сейчас у нас есть две профессии, на этой неделе появится еще одна, это по Инстаграму, Инстаграм на автомате, мы научим создавать от новичка до профессионала, то есть от создания Инстаграма до крутого личного бренда. Плюс у нас появится обработка фотографий, плюс у нас появятся специалисты по воронкам, плюс у нас появятся специалисты по настройке рекламы. То есть все эти навыки вы сможете приобрести в ProstoGame и эти навыки использовать и монетизировать на рынке фриланса, понимаете? То есть вот сторисы, которые цепляют. Допустим, у нас был мастер-класс, он проходил вчера буквально, соответственно, абсолютно бесплатно для наших партнеров. То есть вот здесь 5 уроков, и на этой неделе еще 5 уроков будут добавлены. То есть здесь, соответственно, наш спикер пошагово объясняет,
что нужно делать, как нужно делать. То есть просто берете и делаете, повторяете. И сложного ничего нету, друзья мои. И ваши сторисы будут самыми яркими, самыми сочными в ленте, в новостной. И люди будут обращать на это внимание. И понимаете, вот так работает сарафан на радио. Слушай, а как ты научился так делать? А что, а какие программы ты использовал? Слушай, вот там есть просто гейм, заходи туда, там есть обучение, партнерская программа, все, ссылку кидайте, вот вы заработали свои $10. Там пятерым скинули, заработали там свои $30, я не знаю, понимаете? То есть вот как работает рынок партнерских программ, и страшного в этом ничего нету. Соответственно, вот, пожалуйста, ВКонтакте на автомате. Соответственно, вы смотрите, как полностью автоматизировать ВКонтакте. То есть вот, чтобы вы понимали, сейчас я сижу со своей странички, соответственно, у меня настроено все полностью на автомате. То есть у меня есть программы, которые автоматически за меня делают разные настройки, и работают за меня, то есть создают входящий поток в мой бизнес. Мы этому обучаем абсолютно бесплатно, и помимо того, что вы смотрите это обучение, вы можете использовать вот эти две программы. То есть вот мы заходим в раздел «Сервисы», вы получаете эти две программы на 2 недели абсолютно бесплатно. Вот есть промокоды к каждой программе, копируйте, вставляете, 2 недели получаете бесплатно. Пользуйтесь, тестируйте, и, соответственно, у каждой из этих программ еще есть партнерские программы. То есть если вам ВКонтакте кто-то напишет: слушай, а как ты сделал такого бота, или как ты сделал такой автоответчик, вы можете порекомендовать, и вам вот эта программа, там, ВК-босс или там Супер СММ, заплатит еще 25%. Слушай, а как их настроить? А вот в просто гейме тебе расскажут, там есть обучающий курс, который тебе покажет, как нужно сделать. Все, отправляете человека, и здесь заработали, и там заработали. Ну, не кайфили, понимаете? Соответственно, в разделе «Сервисы» многие инструменты, то есть смотрите, визитка, она стоит $60 на год, вы ее получаете бесплатно, вам не нужно платить эти $60. То есть смотрите, вы заплатили $12.5 единоразово и можете пользоваться визиткой целый год. Визитка – это, как бы, знаете, собрать визитку, свою, да, для того, чтобы представляться, чем вы занимаетесь в интернете, рассказать о себе. Соответственно, все это получаете бесплатно. Также в разделе «Сервисы» у нас порядка 12 разных сервисов сейчас. То есть это и визитки, и аналитика, и автопостинг, и автоответчик, и рассылки в директ, и поиск горячих клиентов, и отслеживание комментариев, и инстадирект. Все это получаете бесплатно. Еще раз, друзья мои, то есть смотрите, маленькая цена, огромная ценность. Обучение, которое постоянно обновляется, и сервисы, которые постоянно обновляются. Плюс к этому ко всему. Сейчас мы работаем над инструментом «Автоворонка». У каждого из вас появится вот такой вот инструмент «Автоворонка». Это для того, чтобы привлекать людей гораздо проще. Смотрите, то есть вы просто заходите, берете один из лендингов. Сейчас они еще не оформлены, мы только выгрузили. Берете там 4 лендинга, у вас будет на выбор. Берете любой один, копируете, вставляете. И людей, то есть, гоните на автовебинар. То есть у каждого из вас будет свой вебинар. Вот, ну, то есть свой рефер... своя реферальная ссылка на лендинг, и здесь будут ваши данные, то есть ваша фотография будет подтягиваться, ваше имя, фамилия, ваши социальные сети, все будет подтягиваться именно ваше, и человек будет попадать именно в вашу базу и, соответственно, проходить по воронке и принимать решения. То есть вы сейчас находитесь на живом вебинаре, а люди будут попадать на автовебинар, понимаете? То есть это просто инструмент, который позволит вам очень-очень быстро набирать партнеров. Дальше мы находимся в разделе «Розыгрыши». Что такое раздел «Розыгрыш»? Соответственно, вы можете посмотреть. У нас каждую неделю и каждый месяц проходят очень крутые розыгрыши. Смотрите, для тех людей, кто активно участвует в партнерской программе, мы даем за одного активного партнера один лотерейный билет. То есть если вы пригласили человека, который заплатил $12.5, и с этих $12.5 большую часть денег уходит вам. То есть вот это, чтобы вы понимали. Мы 100% партнерки выдаем в сеть. То есть понимаете, 100%, то есть не 50, не 70, а 100% партнерских вознаграждений отдаем в сеть. Потому что мы зарабатываем немножко на другом, и цели у нас абсолютно другие, друзья мои. Потому что я повторюсь, что я также являюсь активным партнером, и мы создаем этот продукт прежде всего для себя. Я не хочу, чтобы эта компания закрывалась, я не хочу, чтобы с этой компанией что-то было. Мы просто создаем крутой продукт, в котором нам комфортно работать, в котором плодотворная почва, в котором новички растут и развиваются, и нам по кайфу от этого. Нам не стыдно за то, что мы делаем. Вот что важно. Соответственно, окончание лотереи через 10 часов. То есть вот сегодня у нас, соответственно, кончается лотерея, и завтра, в понедельник, у нас будет, соответственно, планерка, на которой мы будем
делать розыгрыш. Итак, розыгрыш номер 4, соответственно, мы уже сделали 4 розыгрыша. Вот, я пригласил 3 человек за неделю, соответственно, вот, у меня 3 лотерейных билета. 3 лотерейных билета, 7 билетов можно получить максимум, потому что у нас есть люди, которые по 100 человек за неделю приглашают, по 100 человек за неделю. И чтобы все были в равных условиях, 7 билетов максимум за неделю можно получить. Случайным образом можете выиграть какой-нибудь приз. В конце месяца проходят большие розыгрыши. В прошлом месяце мы разыграли iPhone, и, короче, было много мелких призов. Но в этом месяце у нас в конце марта будет очень много больших розыгрышей, где мы будем разыгрывать технику Apple. В общем, много-много чего у нас будет с вами. То есть раздел розыгрыши, раздел креативы. То есть здесь, конечно, чтобы вам было удобно рекламировать продукты в интернете, для вас, конечно, для вашего удобства есть все. То есть любые креативы, то есть все мы собрали в одном месте, можете просто взять, скачать себе на компьютер, на телефон и использовать. То есть это готовые по факту креативы, и вам не нужно ничего делать, то есть не нужно ничего выдумывать. Просто берете любой креатив и, соответственно, используете его в своих целях, понимаете? То есть ничего не нужно делать, тратить на это деньги. Вот. Соответственно, дальше поехали. Мои миссии. Что такое мои миссии? Этот продукт мы тоже внедрили сегодня. Это не совсем продукт, это пошаговая инструкция для новичков. Это карьера. Понимаете, то есть почему гейм, кстати, игра, еще чтобы вы понимали, то есть гейм, игра. Я искренне убежден, что ко всему нужно подходить играючи, чем бы вы ни занимались, нужно подходить к этому играючи, легко, в удовольствие, в кайф. Понимаете, чтобы это было не в напряг, чтобы вас никто не прессовал. Это свободный бизнес, свободных людей, делать его как вам по кайфу и делать от души. Поэтому это игра, в этой игре есть миссии, соответственно, есть новичок, пользователь, партнер, лидер, скруч, миллионер. Соответственно, это закрытый клуб миллионеров, куда вам нужно попасть. Соответственно, там действительно чеки очень большие, ребята, которые туда попадают. И даже на каждом из этих этапов, то есть быть причастным к тому или иному сообществу, это действительно очень круто. Потому что одна из самых главных ценностей нашего сообщества – это люди, понимаете, это окружение. Это самое важное, что может быть, это окружение. Потому что если в вашей жизни окружают вас овощи, которым по жизни нахрен ничего не нужно, то вы в этой жизни ничего не добьетесь. Ну, давайте будем честными, понимаете, потому что эти овощи тянут вас на дно. Вы говорите, пойдем побегаем, вам говорят, нет, давай полежим, там посмотрим телевизор, или там пойдем сходим, я не знаю, там попинаем что-нибудь, да, соответственно, генетическое. Вот, то есть, понимаете, это окружение тянет вас на дно, нужно окружиться уже сильными, целеустремленными людьми, которые что дадут вам? Правильные привычки. То есть сильное окружение дает правильные привычки. Если я общаюсь в обществе спортсменов, какие привычки у меня появляются? Правильно питаться, ходить в зал, заниматься спортом. Эти привычки, да, формируют действия. Действия формируют результат. Красивое тело, здоровое тело и так далее. Если вы общаетесь с предпринимателями, интернет-предпринимателями, у вас появляются правильные привычки. Читать правильную литературу, посещать семинары, презентации. Эти привычки формируются в действие, действие в результат. И результат в конечном итоге приводит вас к финансовой свободе. Ну, оно так и есть, понимаете? Между жопой и диваном, сейчас скажу. Как правильно выражение, между жопой и диваном доллар не проскочит. Вот так вот, да, все правильно я хотел сказать. Понимаете, то есть нужно иногда оторвать свою пятую точку, выйти из зоны комфорта и начать вот сюда вот знания загонять, понимаете? То есть самый короткий путь к деньгам – это через саморазвитие, потому что человек находится в двух стадиях – либо деградирует, либо развивается. В нашем сообществе слабые уходят, сильные остаются, сильное сообщество помогает тебе держаться на плаву и помогает тебе вместе с нами развиваться и идти вперед, понимаете? То есть это очень важно. Соответственно, мои миссии, мой аккаунт, моя команда, мои сообщения – это понятно. Соответственно, розыгрыши, автоворонка, партнеры – это понятно. У нас есть еще такая штука, раздел «Арена», где мы поздравляем лучших из лучших. То есть по итогам месяца видно, что у нас сегодня, какое с вами число, 15-е, середина месяца, у нас один из партнеров привлек 212, второй 57, 41. То есть эти люди служат как маяки, то есть показывают нам, что ничего невозможного нет. Если в среднем взять по больнице так вот, да, то температура по больнице, так сказать, то есть в среднем там у нас обычный среднестатистический пользователь спокойно приводит по 7-8 человек за неделю спокойно. То есть каждый пользователь по 7-8 человек приводит. Это как раз-таки про те 20-30 тысяч дополнительного дохода к вашей основной работе, про которую я говорил. То есть вы сейчас можете уже начать зарабатывать 20-30 тысяч дополнительно к своей зарплате, вложив всего $12,5 единоразово. Все. Понимаете, вот что самое смешное, друзья мои, в том, что возможности сейчас прямо перед вами, нужно просто их взять. Соответственно, мой результат, наверное, чуть больше. Мой результат 13 тысяч долларов – это за, сколько?
вот с 22 февраля за полтора месяца 13 тысяч долларов. За эту неделю я заработал 1500 долларов. То есть это примерно там плюс-минус 110 тысяч рублей. 110 тысяч рублей за неделю, ну, для кого-то это большие деньги, для меня не очень, понимаете? То есть, но вопрос в том, что это сделано было играюче, налегке, понимаете? Я говорю о том, что я зову в эту игру своих друзей и знакомых, и мне не стыдно. Мне не стыдно за продукт, мне не стыдно за проект. Я знаю, какую ценность мы несем, куда мы идем, в каком направлении двигаемся. Вот это очень важно, друзья мои. Также у нас проходят вебинары, вкладочка вебинары, смотрите. То есть вот постоянно мы развиваемся, постоянно получаем информацию от лучших. То есть вот вы можете записаться на сегодняшний вебинар, если примете решение после презентации правильное. Я вас всех жду. Архив, можно посмотреть архив старых вебинаров. Ребята записывали, то есть, соответственно, постоянно обновляемся, пополняемся. Кошелек, соответственно, вы можете пополнить эти 12,5 долларов через любую платежную систему, какую хотите. То есть у нас абсолютно очень широкий спектр. Это любые карты Visa, MasterCard, это Яндекс, это Kiwi, Payeer, Perfect Money. Все, что угодно. Хоть с телефона, друзья мои, можете пополняться. Вообще нет никаких проблем. То есть вот огромный спектр платежных систем. Соответственно, вывод партнерской программы то же самое. Каждый день утром и вечером мы вводим партнерскую программу. Каждый день ребята заказывают, кто-то там 100 долларов, кто-то 1000 долларов себе на вывод. Соответственно, деньги приходят очень быстро. То есть утром вывод происходит, вечером вывод происходит. Вот, соответственно, заработали, вывели. Как происходит заработок? Это матричный маркетинг, друзья мои, смотрите. Сейчас не нужно бояться о том, что вот увидели пирамиду и так далее, друзья мои. Матричный маркетинг является самым сильным в сетевом маркетинге. Объясню почему. Смотрите, есть разные виды маркетинга, линейный, матричный и так далее. Здесь же больше матричный маркетинг относится именно к системе партнерских программ, именно партнерка. То есть по ней очень легко выплачивать именно вознаграждение партнеров. И смотрите, то есть сразу отработаю возражение по поводу финансовой пирамиды. Смотрите. Если мы сейчас, вот прямо сейчас ограничим вход в партнерскую программу, то есть закроем полностью партнерскую программу, знаете, что случится с сервисом? Ничего. С ним вообще ничего не произойдет. То есть если мы финансовую пирамиду закроем вход, да, то есть нельзя будет новых людей регистрировать, чтобы партнерскую программу уберем, то она сразу же загнется. То есть приток новых денег остановлен, все, людям деньги не выплачивать, и все загнется. Если мы сейчас ограничим партнерскую программу в просто гейм, ничего не произойдет абсолютно. То есть кроме того, что люди перестанут получать партнерские вознаграждения, потому что, ну, все, нет партнерской программы. Само собой, мы это делать никогда не будем, но смысл в том, что ничего не произойдет. Мы просто будем развиваться как сервис и будем отдельно продавать разные курсы, там, я не знаю, по 500 рублей, по 1000 рублей через отдел продаж. То есть нам нужно будет нанять кучу SMM-специалистов, которые умеют настраивать рекламу, потом кучу девочек на отдел продаж, чтобы они прозванивали, отвечали. То есть это геморрой для нас. Мы не хотим в этом направлении идти, мы хотим давать возможности. Просто гейм – это генератор возможностей. Мы хотим давать возможность обычным мамам в декрете, обычным студентам, обычным разнорабочим людям, предпринимателям возможность зарабатывать вместе с нами хорошие деньги. Я прекрасно понимаю, в каком... Я говорю, мы сегодня из магазина шли, я супруге говорю, блядь, как живут люди, как же можно прожить на 15-20 тысяч рублей, это на самом деле полное... Ну, это очень сложно, и, конечно же, хочется делать что-то, понимаете? То есть, и мы никого не обманываем, то есть мы максимально прозрачная компания, сила в простоте, сила в правде, и, конечно же, мы все показываем. Соответственно, финансовая пирамида, еще момент хочу разобрать с вами такой, что финансовая пирамида – это когда вы можете положить туда 100 тысяч, 200, 300, миллион рублей, и вы будете получать какой-то пассивный доход ежемесячный, ежедневный. Там процент 2-3 в день вам будут обещать. У нас нет этого пассивного дохода, то есть у нас только зарабатывают партнеры с активной жизненной позиции. То есть овощей в этом сервисе нет, понимаете? То есть, ну, и вы не овощ, то есть и вы себя ищете в том числе. Если вы пришли на эту презентацию, значит, вы человек с активной жизненной позицией, вы находитесь в поисках, вы ищете себя, ищете возможности, и вы в правильном направлении, друзья мои. То есть здесь нет никакого обмана, все честно и прозрачно. Матричный маркетинг самый стабильный, 100% входит в сеть, 5,95, смотрите, есть два уровня. Соответственно, все начинается с 10 долларов. 10 долларов. Это как раз-таки вход, который я говорил, в матрице. 12,5 долларов, то есть 10 долларов стоимость матрицы, 2,5 доллара уходит на поддержку и развитие сервиса единоразово, один раз всего лишь. Соответственно, это обслуживание личного кабинета. Что у нас происходит дальше? Вы становитесь, заполняете ячейку пустую вот сюда. Соответственно, у вас появляется вот такой вот треугольник, да, пустой, то есть здесь никого не будет у вас, где с первого уровня вы получаете 5%, со второго 95%. Смотрите, то есть вот
допустим, пример. Это Аня, она мой партнер, я ее пригласил сюда. Видно, что Аня, вот фиолетовым цветом подсвечены люди, которых лично позвал я. Соответственно, я позвал Аню, и Аня, в свою очередь, пригласила еще одного человека, Кристину. Соответственно, я с Аней получил 5%, а с Кристиной 95%. Все, я уже отбил свои 10 долларов, все, я уже ничего не потерял. Можно так, да, как большинство говорит. Смотрите, соответственно, у меня есть еще человек, Василий, я позвал Василия. Соответственно, и здесь Аня может сейчас поставить еще одного человека, и я с этого человека тоже получу 95%. Получаете? Понимаете? Соответственно, я могу подождать, когда Василий поставит двух человек, и я два раза получу по 95% с Василия. Либо я сам могу поставить человека, который встанет вот сюда в пустую ячейку, и я получу с этого человека 95%. Понимаете? То есть я позвал человека, поделился с ним информацией, вот я сейчас троих человек позову, поделюсь с ними информацией, возможностей этого сервиса, и я три раза заработаю по 95%, по 9,5 долларов. Понимаете? То есть человек платит 12,5 долларов в систему, из которых 2,5 уходит на обслуживание системы единоразово, а 9,5 долларов уходит мне на партнерскую программу. Понимаете? То есть вот в чем кайф заработок на партнерских программах. Соответственно, как только вы заполнили свой треугольник, у вас открывается новый. То есть смотрите, у меня уже 39 кругов. То есть 39 кругов закрыто. То есть 39 раз я заработал по 390%. То есть при закрытии этого круга с 10 долларов вы зарабатываете 390% новой. Автоматически списывается 10 долларов. Чтобы вам открылась новая ячейка, 29 долларов вы ставите на выплату. Причем, что матрица может не закрыться, но вы можете эти деньги уже выводить. То есть не нужно ждать, когда закроется матрица. Вы просто ставите эти деньги на вывод. Единственное условие вывода денег – это 2 лично приглашенных. Как только вы 2 лично приглашенных сделали, соответственно, вы можете поставить деньги на выплату. Соответственно, 39 кругов. Что это такое? Смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, да, то есть 10 долларов, 20, 40, 80, 160. Для того, чтобы ваши доходы росли, для того, чтобы вы не стояли на месте. Потому что что такое 29 долларов? Ну, сейчас как бы по текущему курсу это там 2000 рублей. Неплохо. Соответственно, согласитесь, 2000 рублей заработать хорошо, а 4 лучше. 4000 заработать хорошо, а 8 лучше. 8 заработать хорошо, а 16 еще лучше. 32, 64. Понимаете? 128. 256, 512. Понимаете, то есть здесь доход ваш удваивается на каждой матрице. И система построена таким образом, что с каждого человека чуть-чуть денег отрезается для того, чтобы купить вам более дорогую матрицу. И не только у вас, и у ваших лично приглашенных, то есть ваша команда следует за вами. То есть все ваши люди, которых вы приглашаете, у них тоже замораживается чуть-чуть денег с партнерской программы для того, чтобы прокупить вам более дорогую матрицу. Для того, чтобы вы не все время зарабатывали, вот эти на круги наяривали там. Смотрите, я заработал 39 раз по 2000 рублей, да, то есть в среднем, если мы в рубли переведем, по 29 долларов чистыми заработал 39 раз. И заработал, получается, 10 раз, ну, почти 10, по 20 долларов, да, то есть по 4000 рублей. Соответственно, если мы перейдем на третью площадку, то я на третьей площадке заработал 6 раз. Вот 6 раз заработал чистыми по 8000 рублей. Понимаете, 6 раз по 8, 6 и 8, 48 тысяч рублей с этой площадки заработал. Каждая площадка работает отдельно друг от друга и вместе. То есть что значит отдельно? То есть один раз вы прокупили, и все, ее прокупать не нужно. Причем вы можете ее прокупать как за собственные деньги, так и за заработанные. То есть вы можете начать с 10 долларов. У нас есть люди, которые начали с 10 долларов и уже находится на седьмой площадке. Соответственно, помимо того, что они уже заработали несколько сотен тысяч рублей, вывели